Очень хорошо, что зашли. Вот, жонглирую. Очень люблю это дело, очень. Когда жонглирую, и думается как-то легче. А раньше ничего не получалось. Сколько не учился, ничего не получалось. Думал, уж бросить. Ну, его, думаю, брошу, не получается ведь. Если б не один случай. А дело было так. Вдруг стучится в окошко сорока. Дедушка Евсей! Что такое? Дедушка Евсей, помощь твоя нужна! В чем дело? Заблудилась девочка в лесу. Пошла с родителями в лес за грибами, подстала от родителей и заблудилась. Сидит на пенечке, плачет, никто успокоить не может. Соловей ей песни свои поет. Ни в какую. Белочки орешки принесли. Плачет девочка. Я думаю, о, покажу свое умение. Ведь когда-то учился жонглировать, может, поможет. Не получается. Плачет девочка. Так, еще. А тут смотрю, девочка-то успокоилась, улыбается, смеется даже. Ну, и родители из леса нашлись, пришли. Вот как оно получилось-то. Кто сказал, что жонглирование ненужное дело? Очень даже нужное дело. Любое умение может когда-то пригодиться. Да, у меня даже сказка на этот случай есть. Как-то заяц по имени Хвостик взял свою любимую азбуку и отправился к топтышке показать, как он хорошо научился читать. Ура, ура, пришла моя пора. Теперь умею я читать и буквы разные писать. Мне Филин книгу подарил, ее я сразу полюбил. Ура, ура, пришла моя пора. А вот и речка. Сейчас сяду в лодку и поплыву к топтышке на тот берег. Ой, а где же весла? Как же мне без них на тот берег перебраться? Эй, эй, кто-нибудь! Что случилось, Хвостик? Ой, здравствуй, Чешуйка. Мне надо на тот берег перебраться, а весел в лодке нет. Не расстраивайся, я тебе помогу. Ну как же ты это сделаешь, Чешуйка? Очень просто. Ты кинешь мне веревку, а я возьму ее и буду тянуть. Отлично придумано. Держи. Поплыли. Мы по речке плывем, дружно песенку поем. Мы о том ее поем, как мы весело живем. Хвостик, а что это у тебя за книжка? Это азбука. Я по ней читать и писать учился. И теперь я самый грамотный заяц в лесу. Ой, какой ты молодец! А ты, Чешуйка, что умеешь? Пока еще ничего особенного. Я только и умею, что плавать. Только плавать и все? Да какой же от тебя прок? Выходит, от меня никакой пользы нет? Ну и пожалуйста. Ой, ой-ой-ой, лодка остановилась. Что же мне теперь так всю жизнь и сидеть в этой лодке посреди реки? Чешуйка! Чешуйка, вернись! Где ты? Чешуйка! Я здесь! Только что толку? Ты ведь сам сказал, что от меня прока нет. Ой, ну что ты, что ты? Без тебя я не смогу на тот берег переправиться. А если не переправлюсь, то и топтышку не увижу. Вот и я так думаю. Прости меня и помоги мне, пожалуйста. Конечно, Хвостик, я тебя не брошу здесь. Сейчас, сейчас дальше поплывем. Значит, ты на меня больше не обижаешься? А я на тебя и не обижалась вовсе. Мне просто хотелось, чтобы ты понял, на свете всякое умение нужно. Да, теперь-то я это точно знаю. Вот и вся сказка про зайца и рыбку.
Любые навыки, ребят, могут пригодиться в жизни. Ну, если к ним, конечно, с умом подойти. Да. Вот у меня есть приятель, ежик. Не могу сказать, что он какими-то умениями славится, но, ох, смекалки ему не занимать. У меня даже про это сказка есть. Да. Сказка так и называется. Про умного ежика. Как-то раз ежик бежал по тропинке и пел песню. Я маленький ежик колючий, я смело по тропке иду, и лес мне не страшен дремучий, друзей я повсюду найду. Ах, как хорошо мне с друзьями, ни горя, ни грусти не знать, и летними теплыми днями по нашему лесу гулять. Караул, караул! Спасайся, кто может! Что случилось, тетушка сорока? Беда! Ой-ой-ой-ой, беда! Ой-ой! Заяц, откуда ты бежишь? Что случилось? Спасайся, ежик, беда! У нас волк объявился! Какой еще волк? Какой-какой? Настоящий, огромный и очень сердитый. Всех, говорит, переловлю, всех съем. Один буду в этом замечательном лесу жить. Как один? А мы? Да что теперь говорить? Все звери напуганы. Все из своих домов в разные стороны распекаются. Но ведь это несправедливо. Еще как несправедливо. Да только что тут поделаешь, а? А вот об этом надо хорошенько подумать. Ой, не могу! Да что ты такой маленький придумать сможешь? Смотри, даже медведь с этим волчищем спорить не стал. Тоже из своей берлоги по добру, по здорову убрался. Да, этот волк всех нас переловит. Так уж и переловит. А что, если мы... Ой, неужто ты что-то придумал? Придумал, придумал. Прогоним мы этого злодея из нашего леса. Только сначала скажи, тетушка сорока, ты громко кричать умеешь? Еще как умею! А зачем тебе это? Скоро узнаете. Ой, как страшно! Может, разбежимся, пока не поздно, а? Не бойтесь, друзья! А как волк появится, делайте то, что я вам говорил. Стучите, кричите, шумите изо всех сил. Это что такое? Меня волчище не слушаться? Да я вас сейчас... Если хорошенько подумать, то из любой беды можно выход найти. Молодец, ежик! Мал да удал! Эх, видно, недаром пословица говорит. Большому уму и в маленькой голове не тесно. Вот и вся история. Я к чему, ребят, вам эти сказки рассказываю, чтобы в жизни ко всему внимательнее относились. Если с умом ко всему подходить, любую задачу можно решить. О, как! Дед Евсей, да? Стихами заговорил. Надо попробовать. Да, прощаюсь с вами. Папу с мамой слушайтесь.